Успех любого дела в профессионализме человека. Именно с этим тезисом и связаны такие качества педагога, как добросовестность, трудолюбие и самоотдача. Ведь именно от учителя во многом зависит поведение, мировоззрение и успех ученика. На сегодняшнем конкурсе собрались верные своему делу люди, а значит, у них есть все основания называть себя достойными наставниками. В этом зале развернется борьба за путевку на областной этап, но мы надеемся, что мы будем представлять город Брест и Московский район на финале республиканского конкурса. И, пользуясь случаем, хочу пожелать удачи и успехов конкурсантам. В Московском районе города над Богом учителей с большой буквы немало. Их всех объединяет одно – любовь к профессии. Но оказаться на сегодняшнем празднике профессионального мастерства в роли конкурсанта довелось лишь тем, кто по итогам открытых уроков оказался самым творческим, харизматичным и, конечно же, верным своему профессиональному долгу. Каким должен быть современный учитель? Современный учитель должен быть прежде всего творческим, не бояться каких-то новых открытий, достижений, идти в ногу со временем и всегда думать о своих учениках. Творчество – одно из наиболее важных стремлений хорошего педагога. Конкурс показал, учителя Московского района – люди, умеющие неординарно подойти к заданию. Перед ними стояла задача удивить жюри, и они с ней достойно справились. А помогли им в этом коллеги и ученики. Улыбки детей – это, наверное, та монета, которую тебе возвращают. Ты знаешь, что твоя работа, она видна будет только в будущем, через многие-многие годы. Мы не производим продукты, мы не производим изделия, мы создаем души. Вряд ли кто станет оспаривать утверждение, что самым живым примером для ученика является сам учитель. Это аксиома. Так есть, было и так будет всегда. И как бы ни менялась система образования, какие бы технические новинки ни обогащали учебный процесс, роль наставника остается главной и определяющей.